Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, Свято-Успенские патриарши Одесские обители священного архимандрита, да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веку. Праздником преподобного Сергия Игуменорадовича и днем памяти обретения святых мощей святителя Иннокентия, архиепископа Одесского и вся Россия чудотворца.
благодать Духа Святаго собрала нас под своды этого святого храма, где находятся честные мощи святителя Иннокентия в храме, посвященном ему. Праздник святителя Иннокентия – это праздник всей полноты нашей церкви. Это праздник нашего воскресаемого града Одессы. Это день воспоминания спасения города в период Крымской войны. Помните об этом. И впредь нужно всегда приходить и на всеношное, и на литургию, благодарить святителя и просить, чтобы он на будущее время простил бы наше несовершенство и сохранил бы город и жизнь жителей. В вере и благочестии, в мире и согласии. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и молитвы и благословение Пречистой и святителя Иннокентия пусть окрыляют вас и всегда зовут вас в эту святыню, которая многими трудами и потом восстановлена не для того, чтобы стены стояли, а чтобы они наполнялись людьми живыми, молитвой, покаянием и благодарностью Богу. Пусть хранит вас, всемилостивый Господь.